Обгон запрещен. Ограничение 90. Впереди мобильный пост ДПС контроля разметки. Ограничение 90. Арзамас 37, Саранск 212. Я, кстати, в Арзамасе ни разу не был, по-моему.
Впереди мобильный пост ДПС. Ограничение 90. Уезжаем в Арзамасский район. Впереди мобильный пост ДПС. Ограничение 90. Блин, эта газель как будто издевается со своей манерой езды.
Впереди мобильный пост ДПС. Ограничение 90. Город. Ограничение 60. Впереди камера. Ограничение 60.
Впереди мобильный пост ТПС. Ограничение 90. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Обгон запрещен. Ограничение 90.
Введи мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 70. Впереди пост ДПС. Ограничение 90. Прямо была дорога на Арзамас, а мы, получается, в объезд поехали. По-прежнему дорога Р-158.
Впереди мобильный пост ТПС. Ограничение 90. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Обгон запрещен. Ограничение 90.
Разгон запрещен. Ограничение 90. Обгон запрещен. Ограничение 90. Впереди мобильный пост ДПС «Контроль скорости». Ограничение 90. Обгон запрещен. Ограничение 90. Впереди камера. Ограничение 90. Обгон запрещен. Ограничение 90. Камера в спину. Ограничение 60. Впереди камера. Ограничение 80.
впереди ЖД переезд. Ограничение 40. Впереди мобильный пост ДПС «Контроль скорости». Ограничение 90. Впереди мобильный пост ДПС. Ограничение 90. Обгон запрещен. Ограничение 90. Что это реально?
Да, проблема либо с разъемом, либо с этим, ну, со штекером зарядным. Потому что он весь кривой какой-то, уже под углом, наискосок. Я не знаю, я им так не пользовался. Вот. Дорога, ну так, ошметки всякие летят от машины. Все нормально. Да зачем ее устанавливать на смартфон? Она уже была там. Впереди камера. Ограничение 90. Обгон запрещен. Ограничение 90. Кстати, сколько у нас бензин стоит в этом районе? Сейчас посмотрим. По-моему, стоит. Я вообще его не трогал. Изначально его настраивали, бликов не было. А потом я не смотрел. Впереди город. Ограничение 60. Ограничение 40.
дороги не очень. В шатках. Камера в спину. Ограничение.
ограничение 60. Сейчас на самом деле не очень удобно, я в трассе нахожусь, и связь довольно-таки плохая. Обгон запрещен. Ограничение 90.